Пафать, пафать. Ой, бафните-ка с кулаком еще раз, кто бафал. Дипистолик. Таску по локам. Пистолик. Магри босса. Типа профа. По профа идем зеленого. Отошли, дружок. Все, милики отбежали в кружок. Буду плохо. Так, у меня больше нет природной стремительности, длинноухи захибай. На ком зеленый дебаф к столу все быстро. Палатины внимательно, вот Нейки с красным, Гефестиум с красным, кините боку. РДД с красным дебафом, цель зеленого, сбежались. Не на цели красного. А зачем ты боб на шамана-то кинул? Что-то я ничего не чувствую. Добили зеленого, сбежались. Жочек. Будет Starfall, поднимаем летаемо. Пожалуйста, встань, пока не умрёшь. Длинухи, не лови, пожалуйста, слизни. Бафайте рейд, листобаф, лапу, интеллект, каску, по локам, по панам. Лимин не ловите, отбежали влево-вправо. Красного сейчас сыграли. Блять, словил. Допивай быстрее лужи, быстрее допивай. Тали в кружочек. Рель 2 гимна отхил. Это замедляет? Да, замедляй. Отбежали от пельмени, в кружок встали. Замедляй, замедляй, конечно. Бежали из цели зеленого. Отбежали и добили 200 тысяч. Ах, что-то сегодня сложнее. Летаем, чему передать? Добивайте красного и переводим профа. Милики, бейте зеленого, красного слизня. После дня добивайте профа. 3%. Или менее отбежали. Переводим профа. Что я могу сказать? Молодец. Зеленый к столу.
успеваю красно замедлить. Так давай, замедляй. На ком красный добав сбежали с цели зеленого? Бежали. Бежали в кружочек. Смена цели красного. Бежали в цель зеленого. Смена цели красного. Бопы дайте. Бопы на пристана и Элраша. Отлично. Били красного. Едва два стака и... Пожалуйста, не умирайте. Прожми БЗ. Гефестиум, диван есть? Реги на диван. На звезду дайте диван. Давай кидай на звезду. Боже мой, киньте кто-то на звезду диван. Умоляю, сейчас вайпнемся. Он не может кинуть. Чуму снимите, чуму. Сколько там диванов мне кинули? Три дивана где-то? Бля, на кружок киньте диван. Кружку киньте диван. Гефест, нахуя ты кидаешь диван по второму кругу? Пиздец. Бля, ёбана в рот. Сука! Мне три дивана дали. Вы, короче, кадры, блин, я не знаю. Дали первый раз диван, снимаю, забираю босса, кидают опять диван. Снимаю, забираю босса, опять кидают диван. Я сразу снимал. Бля, я попросил Гефестиума, он втыкал 10 секунд. Было 3 стака на лимошке, было бы сейчас 4-й был бывай. Просил Нейкиста уже, ну, другого кинуть, он сразу моментально кинул. Вот уголы будет. Да, конечно, охуевший с вашей реакцией. Особенно от Гефестиума. Стоит 10 секунд, не может дать диван. Протик так БЗ и не отдал. Дефу там. Башка уже болит от вас. Лимошка тоже кинул диван? Потому что когда танк умирает, вроде босс отхиливается, нет? Я присту кинул, уже надоел чиниться. Лимошка не кидал. Маквейн, мне кисты Гефестиум кидали. На босса забираешь ли, может, жми дефку свою. Я за каждый затуп даже без вайпа буду кидать ГП. Ты вот говоришь. Если сейчас убиваем профа с первого трая, все равно кидаю ГП тем, кто умирает от колб, пельменей и прочих слаков. Кушайте рыбу. На любом боссе, на любом... Ну ладно, на трэше нет.
Дай нового. First Life на воду кидай, чек на пул. Давай, не то, не ульти босса. Все готовы, пей столик. Начинаем бить босса. Прожимки ставим на перевод. Минуйки, ты что-то реально слакаешь с этими сколбами. Будь внимательнее. Надо было жопу рвать, чтобы захиливать это все. Кто на ПС? Кто по тебе по профу? 5%. Стопайте по профу. Давайте РД сыграли в зеленого. Короче. Милики отошли в круг. Где в круг отходим? Жали к нему. Вот кто так отходит? Кто это был, я не увидел. Какой человек, короче. Сам сказал не подходить к хилам. На, это хил был. Фаермаг ГП. Давайте зеленый к столу. Ком красный дебаф. Проявились в цель зеленого квадратика. Гефестиум, кто там еще может дать бог? С цели красного сейчас будет. Бежали в круг. Это не круг был. На мне бопа нет. Добили красного. Ой, Старфол, подымай лень. 15 секунд. Понял. Сбежали от колб. Сбежали от пельменей. Даешь? Добавили рогу. Играйте всех красного слизня. Перель, пой гимн на ману. Пока нету пельменей, давай быстренько. О, нет. Отбеги. На перебег стрелу уже. Байп. Так. Зеленый слизень выходит. Встали в кружочек. Кружок пойдет пельмень. Блять, этот Дилайн подошел слишком далеко, не могу захилить его. Встали в кружок. Мелики отбежали в кружок. Бежались в цель зеленого. Забили их зеленого. Отбежали от пельменей. Какой бой это демономичный, а? Пельмени прям в слизня. Жесть. Ёбаная чума. Не передавайте хилам. Переводим? Да, переводим. Давайте рост. Переводим. Пуля на вылет, споешь гимн на переходке. Маны нету. Давайте все к столу. К столу, гимн на ману, пой. Иннер к кружочку. 2 минуты. На ком зеленый дебаф к столу, кружок. Беги, малышка, беги! Дали бафы по шаману. Ладно, потом уже. Сбежались кружочек зеленый. Сбежали с цели зеленого, быстрее. Отбежали. Смена цели красного, отбежали. Бопы раздайте.
О, красавица, Боб. Пельмени отбежали, добили зеленого 200 тысяч. Жестко. А почему меня выбрал зеленый, когда Спотик, я был красным? Кто... Гимна ману, не знаю. Гимна ману, споти 0 маны. Нечем хилить. Так, Гефестиум, Боб есть? На Гелда, Боб. Диван. Диван где? Двигай, двигай босса, двигай. Деймос, таунти босса. Деймос, таунти босса на себя. Прожимай просто стойку и таунти. Прожми не забирай. Да-да, я подожду, зачем забирать? Ты таунти, когда босс кидает дебаф. Да. Все, забери. Забери с него, забери с него, забери, бау. Это же ДД. Все, не забирай. Жалят пельмени. Помолимся Господу Богу, чтобы убить. Так, лям 500. Держи на себе, короче, пал. Если 4 стака, ничего страшного. Аллилуйя. Пиздец. Да. Говорю, сбегать в кружочек, лень, делайн, сделай что-то у стола. Еще кто-то там был. Как вы играете, жопой, что ли, не рубай? Меня, кстати, меньше прошибало, чем пало. Не знаю почему. Может, опал танчит в дэшмуте? Нет. Фул танк шел. Прикайся в танк, а потанчишь трэш. Защитник ролем. Ладно, не будем вам портить настроение, не буду кидать ГП. Г 300 ГП, Гефестиум. Олег, просят меч, начисли 10% тогда. Да, как? Кидай ему. Да, он... Угу. Да так, меч. Там больше никому не нужен меч. Забагали его, крылья гуси теперь. Отдавай ферст лайф. А, забагали, Эрман. Я и ему кину. Потом тебе что дашь. Горит. Будет? Да. Контроль будет мобов, не? Типа по контролям двух мобов с правой. Иду по контрольте и ну, ладно, уже встретили чат тогда. Играйте в звезду. Маги, кольцо льда и отходим, и гнев небес тоже по КД. Ну, заметили, что трэш стал легче убиваться здесь? Все равно не видел смертей. Контрольте кружок и ромбик.
собаку спалили уже. Не, не контролите, подождите. Ну, все, бейте ромбик тогда. Блин, я бы все отдал бы, чтобы посмотреть, как вы играете за компом, вот убивая вот этот трэш боссов. Можно так умирать. Танк в контроле. Один. Ой, прожми. А, прожался. Подними танка. Да, говорил сейчас за смерть и поумирала полрейда. Давайте, гнев небес, кольцо льда. Два мага живо, паладина еще живы. Есть БР? А, КД? Лимошку, да. Минуту 30. Давайте, выжимайте все из классов. Деймос не прожался. Да я прожался. Ты все на КД. Добейте хотя бы звездочку. Олег, ты сглазил тоже? А не, это я просто проебался, не того хилил. Встаем, летим так. Мне просто одному свербит за контролить и все. Это вроде войд будет, если не ошибаюсь. Ну ладно, я еще затупил с этим, с хилом. Я думал, что хилю БДК, хилил какого-то левого, типа, видишь, 852 тысячи на хилил такого. Так, для справки, кому интересно, меня не свербит, просто он сказал, я уже контроль. Никому не интересно. Ну, это твое дело, за кой рот, значит. Там уже как бы секунд 5 просто, били, то трэш. Я просто сказал, кастовал, не давай контроль. Сказал. Ну, не знаю, может, в РК задержка. Ну, я сказал, дуром поконтролить. Как раз только Олег говорил, что как легко трэш начал бываться, да? Кинь Богдана в мут, в игнор и не слушай, типа, что он говорит. И все. Да ему то же самое. Да я ему нормально сказал. Он всегда прикапывается. Ну, видишь, может, ты добавишься, забей. Справа. Ну, видимо, пункт не катащет меня. Блин, сейчас только 4 моба. Да не, танков не из-за хер, просто не попадали и реально. На любить трэш. Я вас покушал, баф не повесил. Да трэш легко убивается сейчас, ты о танках не хилил просто, я посмотрел. Если посмотреть рекаунт, кажется, у меня 0 хилов танка.
Дайте крест, пожалуйста, по крестам. Поставьте ауру от огня. Лимошка, прижмешь саклу на первом вихре. И следите за... толпу. Давайте позиции... подруга 10 минут. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. О, можно, кстати, рост дать с пула. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Дай ему спойс. И прольется кровь. Так, давайте. Прожали, сакру прожали. У меня ДБМ не работает. Ну, подержу кинетику. Ножки собирай, сферки, дружи. Так много, что ли? По одну вижу. Лев две вроде. Давайте разбежались. Вихрь, Талдрам объем. Так, кинетику поднимает Эршам. Вы умерли, два креста. Сейчас будет всем РДД ГП. Поднимайте кинетику. Абсолютно всем РДД ГП будет. Поднимайте. Я уже два раза шок кидал. Сова сзади. Так, Войд. Поднимай Фриел. Или Яларашек, кто блин. Будет круговая порука в рейде. Беги, малышка, беги! Темная сфера сделала меня неуязвимым. Блин, я не сказал про... Блэк умер. Сзади поднимай за спиной. Я эти две подержу. Прольется кровь. Могу прочитать. Моя чаша полна. Да, лимошка, остановись, 16 стаков. Посмотри свои дебафы. Ты ж не видишь, у тебя нету ДБМа. Чешечка все ликвидировала. Точнее, ключ. Дренч набрали. Хоть за спиной одна, я две подержу. Вихрь отбежали. Кинетика упала. Тут вайпы я кидаю всем. РДД, блядь. Эти сами. Пять вихрей. Прольется кровь. А, все-таки это нехватка ДПС. Вы тактику не вывозите, это сказывается. Вам нужно собирать фигурный рейд, либо по тактике играть.
Лимошка, скажи мне, пожалуйста, тут есть ДПМ? А, есть. Я видел, что 16 стаков, я нажал просто клык и все. Так себе, конечно. Жалко всего. Там 18 тысяч ушло всего. Пушка. Ощущение, что вот большинство людей без ДБМа, без фрейма вообще. Ну, Мараксус не тупит. Если что, в танк еще. Давай потанчишь лану. А не, подожди. Да. Это будет без тяну, хоть ДПС больше будет. Билда. Так, смотрите на док, он слайд. Какое наказание ему надо делать сейчас? ТП. О, смотри, сраги согрели пачку, никто не умер. Да, что надо сделать с ничемом? ИП за трэш. Что с ним? В смысле, что он делает или не делает? Не знаю, кто-то пропал. Давай отнимем свой ИП. Прости. Давайте рыбка вот. Что ты хотел написать? Про ИП или ГП? Да не, ГП не надо. Да давай за то, что Леша отошел. Дайте так. Кресло и лапу. Я с тобой просто на лапу. Ваня, спик? Что, ватсап? Сейчас спик. ГП хуже. Саб, блядь, спекайся. Мне ДД? Да, да, давай. Да, да. Где мы ДМС БДК. Сменил, что-то забываю. Готов? А, готов. WhatsApp просто у вас сейчас стоит. А, давайте паролим на голду, кто с рука. Кто WhatsApp заходит. Ты прерываешься, Олег.
подальше просто отсел. Кто пролит на голду? На 100 голд. Я готов. Хорошо. Это было неразумное решение. Зеркало на новом летании. Да, хотел спросить, чем больше БДК получает урона, тем больше получает урона и протопал, да, от зеркала? Да. Мечом справа ШП. Почему тогда говорят, УТ больше проседает, чем МТ? Если 100% урон такой же идет. Баг есть. УТ больше получает. Баг? Да. Понял. Беги, малышка, беги! Не, я вижу. Это ж не... Не понял. Дайте длинноухому, пожалуйста, антифир. Поставил тотем. Им на отхил даем сейчас. Сакру давай. Хилы в центре. Давайте гимн на ману. Пусните, что ли? Блин, на вылет я справа. Окей. Есть еще тотем, то у меня мана кончается. Гейнер, залейте там Андриксу. О, блин, надо было тебя поставить сразу. Даю гейм на ману. Все, хорош. Погруха. Бля, я забыл за паладина, за погрухой. Ко мне ставлю все. Забыл зайти за паладина, за богуху. Я бы её забирал сейчас.
Наглядный пример игры за ФДК. Гелд 99 уничтожений. Делайн 78. Что наглядный что? Пример игры за ФДК. Ты еще не смотри, наверное, ДПС Сельдранова. Там, наверное, 50 уничтожений. Ну, не мой спин. Вот тот. Погнали, не? Обнажите клинки, соратники. Райкулы насмерть будут стоять за королеву льда. Олег еще там бежит. Ты можешь зайти на Вальку, на хила, я пока отойду. Я зайду. Интерелла передам, я так втыкаю сейчас, я просто забыл на пало зайти за колея. Полы маны нет. Отойдите, я готовлю дамагу. Гимн есть? Гимн на ману. АД. Сказал отойти мне или там два, не отошел. Остальные тоже не отходят, просто захиливающие. Пожалуйста. Кого-то надо вытягивать. Полководца. Ой, я, короче, что-то вылетел, походу. Я делаю. Не, может, через года 4 назад пригорело бы жестко, наверное, да. Не сейчас, да. Не, не сейчас, когда на офспек чешки там уходят всякие. Титалик на офспек. На мейн.
Ефестим, холипал у тебя есть? Нейкист, Нефест, First Life, пуля на вылет. ДЦ есть у поля. Захожу на хапала. Спекайся, да. Ники, спекайся. А, ПВП... ПВП хапали тоже можно похилить нормально. Даже в ретрике можно похилить из-за таланта под названием... Сейчас скажу, как он называется точно. Покров света. Да-да-да, покров света. Я ретриком хилил нормально. Сейчас вообще четко было. Вспышкой типа, да, из-за этого? Нет, светом небес. Даже... Криты стакают ход. А? Выкинь меня из пати, да, не запихай. Я даже не могу повышать человека. Дайте бафу. И рыбу, если можно. Вот рыба. Хпал есть кроме меня? Нет, у меня есть. Джейлис и... Джейлис и Джейлис пилят рейд, остальные вальку. Али, да нет. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Вот этого человека забанили, кстати, на БГ, апельсиновая. Апельсиновая нормальная баба была, ну, блин, я не знаю, что, куда там она ушла. Ну, как тебе сказать, она нормальная, когда ей выгодно это. Ну, или когда ей что-то от тебя надо. Ну, приятная. Приятная, когда ей это выгодно. А я услышала тебя, Олег, услышала. Сейчас встречаемся. Ухода, ухода. Уже все порталы.
входа и позади кто, как удобно кому. После этих роз даем, гену хихить себя. Обейте череп. Что гену давать? Мой ген. Ты на ухе улетел. Последний осколок. Да, все. Гора. Пятый шлем. Руки. Где она танк? Все, теперь заходи на нормального ГД, наши прямо были. О. Кого заходи? Мизантроп, тебе все уже порулил вещи? Можешь зайти на АДК? Он же вроде как этот, Поклонский может на АДК зайти. О, я забыл про него, кстати. Хотелось бы ему чего сделать на Роге 5.2. Я могу на крайняк на АДК зайти, я уже забирала фамильную шмотку. Ну ладно, тогда Поклонский на ДК зайдет, Деймос на ШП, и все, нормально будет. Все, следующие осколки получит другой челик, поэтому вообще всех по очереди. Мне в хиле осталось. Не, сейчас надо подамажить трэш. А потом... Я уже не спину. Все, я отошел. Главный ДПСер ушел. Войт, вернись. Кто будет бить, ты же сова. Он здесь же. Ты... А, ханта нету, короче. А вот может согреть? Может ханта зайти? А, нет, хоть да, может. Ок, киллер, да. Вроде бы. ШП или хан? ШП, а Поклонский на АДК. Короче, с этого трэша падает колея, которая стоит 10 тысяч. За колье водим.
Что они сейчас как отдыхающим он мог остаться здесь? Зачем? Не знаю. ЧП намного больше. Я вообще забыл поиграть. Просто так кнопку до 3. Зашел челик, сделал шейм. Там с РСК есть мод 25Е. Поле, чешки, как надо. Правда, ко мне нет. У меня фуловый АДК, почти фуловый ФДК, фуловый Энг, фуловый кот. Фуловый мишка, ни разу не играл. Просто от скуки собирал шмотки там и все. 4 спека она собирал. Надо. Блин, все-таки надо сделать кота и протопала. Протопалом там и релить, говорят, нормально. Я не буду релить. Буду танчить просто и трэш бить. Тут котов нету и. Ну да, котов нету. У меня код есть, фуловый. Как что-то ровно 2 часа в цирка. Долго, да? Тут напротив. Меня просто закончилось просто. Да, это самый худший рейд за последний месяц, наверное, или два. Был еще один рейд, где мы сидели на лище 1.5 часа. А рейд остальной пронесли за, тоже за 1.5. Заебись. А Джерин играет, что ли? Он забил. Сука, он мне одну кагал бить должен. Куланский, тебе надо что-то здесь? Не знаю, не сейчас отойти или на лече уже. Да, кто-то должен порылить синдру. А тема бери. Тотемов нету. У кого там тотемы стоят? Длинновый. Давай, типа как так. Оставайся на роге, на лече зайдешь. Шкафчик, так, ДЦ и вот фола. Кидай. Я могу после рейда тебе бесплатно дать камень. Закинь меня в 5-ю патч. Сейчас. Кто еще хилить будет? 4 хила мало. Могу на полено зайти. Ой, ладно, Некис, похилишь. 4 хила мы, наверное, не осилим. Мизантроп может завозить. Ладно, давай 4 хила пробнем. Давайте бафы по рейду. Воды налью. Помолимся, чтобы освобожденка не кидалась на хилов. Тогда убьем.
Ну давай пулю пятым всего. Сам говорил, мало РДД. Нет, 2ДЦ здесь нет смысла. Мы давно не хилили 4 хила, надо пробовать. Более с таким хорошим ДЦ. Слабый лапа. Я погоди, кнопку поменяю. Кого? Секунду, погоди, кнопки поменяю. Давай посчитаем, сколько со старых адептов здесь есть. Я, WhatsApp, Void и Death. Жесть. Ну, Нейкис тоже. Так, нет, он... А и Мараксус тоже был. Нейкис не был в адептах. Опять не с кнутов? Ну, Мараксус точно ралли был в адептах. Ну, ралли это вообще тип с X1 PvP, кажется, который вместе играл с злым, там, с всеми этими типами. Больно чуть-чуть побыла. Таски нет, но... Я уже не говорю про тех самых старых вообще. Каску по присту. Все, заходим за линию. Запускаем босса. Каску по роге дайте. Давай, я на гилда ищет земли, а ты на протика. Два рестер шамана освобожденной маги. Следим за обморожением. Чешки прожмите за одну секунду до обжигающего холода. У меня КД. Притяжка. Прожму природную стремительность. Спасу Делайна. Дистанцию держим между метками. Две эти метки. До 200к без дота. Разбили метки, то я не люблю. Все. Так, я даю рост. Три хила освобожденной магии. По два стака копите хилы и хильте вне рейда. Ты больше надо дамаги нанести. Прожму чешку до притяжки. Смотрим, притяжка. Держали. Так, два хила освобожденные. Yeah.
Слева, справа падает, налево побежали, метка до 200 тысяч. Потеря, потерь. Давайте метки. Махила, освобожденная магия. Фаза пошла, встали в одну точку в шамане, в череп. Давай под босса. Милики отошли. У меня 300 стака. Следующий под босса. Тест под босса, точка. Что, скажи, что ты еще не в рейде. Давай сейчас сам, без комментариев. Чешку отдал, побежали. Только просто нахуй нет слов. Под босса беги. Блин, где? Не вижу блинка твоего. Да уже тебе. Стали за глыбы, сливайте метки. Под босса неси метку. Привет, давай гейм на отхил. Вот, подними деза. Просто... Милики отошли. Под босса срезку прожми, щит на себя. Дес гейм на отхил. Метку не бить, притяжка. Гейм на отхил, Дес. Мана не больше. Убегай, мне 300 за хилю рейд. Под босса АМС прожми. Лимошку хильте, лимошку. Пофиг на стак, хиль, дохиль его. Снимайте метку. Дайте бафы по крестам. Давай под босса. Топор под босса. Давай, Эльси, под босса АМС прожми. Чего ты там в одной точке два танка делаете? Сберитесь там, кто танчит. Не бить метку, притяжка. Не бить метку. Сливайте метку. Вот отошли, милики, на мне метка. Слить метку быстро, айхил. Давай под боссом, как и милики отошли. Видите, что там череп стоит? Давайте метку. Следующую в сторону. Сакра есть? Да. Давай сакра, потому что я ва-банк пошел, у меня 6 стаков. Я хилю. Добивайте быстрее. Так. Ну, короче, без комментариев, там Дэс. Все понятно. Да я просто накопил до хера стаков, я же не жал в рейд еще. Зачем копить стаки? Топ первый на осколки.
кто первее в очереди. Их оба нету в очереди. Они должны быть в очереди. Чё, вчера просил принять группу в очередь поставить. В группе ВК есть уже? Никто не принял заявку. Потому что не сказал, как тебя зовут, потому что в группе 25 заявок, фотошотов, ваншотов каких-то, я их не знаю. Я в РКТ написал вчера, кто заявки кинул. Ну, куча людей просто пишет, я не могу за всеми уследить. Давай после рейда напомню. Да. Маковей есть в очереди 110-й, Гефестиум 115-й. Маковей, значит. Так. Ну, это с учетом сделанных шемов. В очереди 122 человека. 12 человек, где-то 100. Ну, ты посчитал. 12 человек в очереди. А у остальных типа есть шемы? Да. Погодь, вообще никому не нужен, кроме разбойника. Пипец. Покорите. Кто покоритель не получал еще? А Войд получал или не? Да это первый покоритель вообще. Понял тебя. Дашкин еще. Дашкин, ты вышел, а тут два покорителя лежало. Да, мне хватит. Я тебе сразу на руку кидаю 2500, чтоб ты не перезаходил уже никуда. Thank you.